Продолжаем с вами рубрику «Фиг человеческих взаимоотношений». И в прошлый раз, последнее, на чем мы остановились, это было, если мне не изменяет память, да, именно вот здесь, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла тадуу аля анфусикум илля бихейр», саллаллаху алейхи ва саллям. Не обращайтесь с мольбой против самих себя. Ведь поистине ангелы вслед за вашими словами говорят «Аминь». Ну, здесь имеется в виду, мы поясняли, что очевидно, что человек не будет прямым текстом молиться против себя. Да? Мы имеем, имеется в виду, что зачастую, когда с человеком происходит что-то неприятное, к сожалению, бывает так, что мы говорим какие-то нехорошие пожелания, нехорошие высказывания. Обычно так бывает. И это может быть, особенно если эти слова будут произнесены во время, когда принимается мольба, могут стать мольбой против самого человека, поскольку в этот момент, в момент испытания человека, испытание – это же момент истины, да? Момент истины, проявления, насколько правдива вера человека или неправдива. То есть и ангелы говорят вслед, как в этом хадисе говорится, вслед за тем, что скажет человек, что бы он ни сказал, аминь. И это становится мольбой. Поэтому надо прославлять Всевышнего Аллаха, с достоинством проходить эти испытания и так далее. Вот на этом мы и остановились. Мы все еще разбираем с вами раздел о том, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям вел себя с людьми, которых постигли испытания бедствия. То есть этот отдел огромный. Так, следующий пункт. Пункт о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запрещал проявлять негодование в момент испытания. То есть, и здесь мы с вами разберем историю. Джабер ибн Атик передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пришел навестить Абдуллаха ибн Сабита. Тот был очень сильно болен, очень. Фаваджадаху кад гулиба алей. То есть он был настолько болен, что не в состоянии был что-то говорить, там, объяснять или так далее. Фасаха бихи фалям юджиб. То есть пророк его окликнул, а тот ему не ответил, поскольку не был в состоянии ответить. Фастарджа арасулюлла. То есть пророк саллаллаху алейхи произнес зикр, сказал: «Инна лилля ва инна илейхи раджиун», вакал: «Галабана алейки абар рабия». «О, Буар Рабия, ты даже не в состоянии ответить нам». И тут пришли женщины, начали плакать. Потому что Абдулла бин Сабит фактически при смерти. Да? Джабир начал их успокаивать. Этих женщин начал их успокаивать. Тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Да, гунна, оставь их». Очень, кстати говоря, это интересный момент. Человек еще не умер, но в тяжелом состоянии. Да? Пришли родственники женщины, начали плакать. Это естественно, да? Горе. С пророком саллаллаху алейхи ва саллям Джабир пытался как бы утихомирить этих женщин, да? Но пророк оставил, сказал: «Оставь их», то есть естество. По умолчанию это воспринимается как естественная вещь. То есть это не считается еще причитанием. «Фаиза ваджаба фаля табкиенна баки». Но когда наступит обязательный момент или обязательное время. Нет. Пусть никто из них, то есть из этих женщин, ни в коем случае не плачет. Сподвижники уточнили, те, кто был рядом: «Я расулла омаль вуджуб». А когда же наступает эта обязательность? Когда же это обязательное время? Он сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Идамат»,
То есть, как только он умрет, все. То есть, вот там уже плач, громкий плач, вот этот плач, то есть, пророк Саусен расценил уже как недозволенный, да? И тогда дочка его сказала: «Клянусь Аллахом, я надеялась, что ты умрешь шахидом». Ну, имеется в виду дочь Абдулла бин Сабита, да? «Ведь ты отдал все на этом пути». То есть ты участвовал, сражался на пути Аллаха, а вот сейчас вот умираешь здесь в постели. Имеется в виду, она надеялась, что он умрет шахидом и удостоится этой великой награды. Шахид, он без расчета попадает в рай. Особенный статус. Это имелось в виду, да? Это был возглас такой, крик души его дочери. Дочери, достойной отца. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха кад аукаа аджраху аля кадриньятихи». Тоже учит нас этот хадис тому, как, вот, что говорить, как говорить и так далее. «Поистине Аллах удостоил его награды в соответствии с его намерением». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, по сути, говорит это его дочери, ну и всем присутствующим. «А что вы считаете шахадой?» «Что вы считаете шахадой?» То есть это вопрос. Все присутствующие сказали: «Аль-катлю фи сабилилля». То есть быть убитым на пути Аллаха. То есть быть убитым на пути сражения. Имеется в виду в битве фактически. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Известный хадис. «Шухада сабатун всего аль-катлю фи сабилилля». Шахидов всего 7 видов, помимо того, кто убит на пути Аллаха. То есть, помимо того, кто убит физически на пути Аллаха, есть еще другие виды шахидов или другие виды шахады. И он начал перечислять. Аль-Мат'ун шахид. То есть, тот, кто заболел вот этой болезнью. Чумой. Да. Чумой. Тот шахид. «Вальгараку» – тот, кто утонул, шахид. «Васахибу затиль джанби» – шахид. Тот, кто заболел, это была такая болезнь общая, да? Это заболевание боков, я даже не знаю, сложно перевести. Тот, кто, у кого хворь сбоку, шахид. Ну, вот так, если переводить буквально. Хворь сбоку, что имеется в виду? То есть, по-разному это трактует. Кто-то обобщает из ученых, там, в частности, Аль-Кады говорит, это любая болезнь живота. Кто-то конкретизирует, говорит, что это расстройство желудка, приводящее к истощению, к обезвоживанию и смерти. В современном понятии это воспаление некой оболочки, которая окутывает, ну, некоторые так поясняют это. Исламские ученые, поясняя этот момент, окутывает легкие. Ну, там что-то с боком связано. Мы не будем глубже копать, достаточно этой информации. То есть болезнь, касающаяся, вот, скажем, тяжелое заболевание, касающееся легких, которое проявляется сбоку. Поэтому тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям это так определил. Аль-Мабтун шахид. Мабтун шахид — тот, у кого заболевание живота. Аль-Хараку шахид — тот, кто по причине пожара погиб, шахид. Аль-Лади ямуту тахта аль-хадми шахид — тот, кто умер в случае под развалинами чего-то, да, на кого-то что-то обрушилось, там, дом и так далее. В частности, в современное время это землетрясения могут быть. «Вальмар'ату тамуту биджам'и шахид». «Биджам'ин шахид». И женщина, которая погибла с плодом, с нерожденным плодом, то есть погибла из-за того, что была беременна, не смогла родить, также шахид. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям перечислил.
все это. Ну, следует отличать, да. У шахида есть свои ахкямы, то есть фактически шахид тот, кто был убит на пути Аллаха, то есть у него особенный статус. Это то, что он над этим человеком не совершается ни джаназа, то есть его не омывают. А все перечисленные шахиды, виды шахидов, их омывают, и джаназа совершается. Также пророк Саусен сказал в этом ключе, ключе того, что запрещается причитать. Не из нас тот, кто бьет по щекам, разрывает карманы и взывает призывами джагилии. То есть не из нас тот, кто причитает, по сути. Потому что это было распространено в период джагилии. Считалось, что чем больше причитают над умершим, тем это... То есть подчеркивался таким образом авторитет человека, усопшего, умершего. Да? И даже нанимали, как это описывается в отдельных книгах, женщин, чтобы они занимались причитанием. То есть найманные женщины, ну, можете себе представить. Это все эффект вот, общественного влияния. Таким образом соревновались, вот над этим больше плакали и так далее. И ислам это все пресек. Абу Малик аль-Ашари передает, что пророк саллаллаху сказал: четыре вещи в моей уме из джахилии, которые не будут оставлены. Это хвастовство ахсаб. Хвастовство, ну, своим этим. Да. Отан, наоборот, да? Упрекание в родословной. Олистиска бин нуджум, это просить о неспослании дождя через звезды, он нияха, и причитание. И также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, наяха, то есть причитающая женщина, если не раскается до ее смерти, то есть какой у нее грех, насколько велик этот грех, да? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям описывает, каким наказанием будет ее. Тукаму йом аль-кияма. То есть она будет воскрешена в день воскрешения. У алейха сирбаль мин катаран. На ней будет платье из дёготя. Ва дыран мин джараб. И бронь урбаха из струпьи. Струпьи это такие образования, гнойные, кровеносные после чесотки. Вот так пророк саллаллаху алейхи ва саллям это описал. То есть в таком вот ужасном виде будет воскрешена эта женщина, если она не раскается. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запрещал проявлять негодование. Мы сейчас говорили про причитание, смерть и так далее. Отдельно пророк саллаллаху алейхи ва саллям запрещал проявлять негодование болезнью. То есть человек болеет, да, температура может подняться, еще что-то может. То есть это испытание. Когда это все происходит, нельзя проявлять негодование. Поскольку негодование в данном случае это что? Это негодование судьбой. Тебя постигла болезнь, да, лечиться надо. Постигла. Значит, ты должен это принять как есть. И в этом контексте Джабир ибн Абдуллах передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды зашел к Умму Саиб и сказал: «Что с тобой, Умму Саиб?» Она сказала: «Аль-хумма, ля баракаллаху фия». «У меня жар, пыл. Пусть Аллах не спошлет благодать в этом». То есть проявление определенного негодования. И он тогда сказал: «Ля тасуббиль-хумма». То есть не ругай этот жар. Ведь поистине он уводит ошибки, грехи сынов Адама, подобно тому, как кузнечный мех выводит шлак железа. То есть, когда куется железо, то есть выводится шлак. А с железом что делают? Температуру нагоняют, да, мехом? Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям уподобил это этому. То есть любая болезнь, которая приходит, она вот таким вот образом очищает человека.
Однажды Ибн Аббас передает, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям вошел к некому бедуину, к черствому бедуину. Бедуины были такими невоспитанными, черствыми, жесткими и так далее. То есть он зашел к нему навестить его. И сказал, мы знаем, да, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил и говорил, навещал, когда больных. «Ла бас тухур, иншаллах». Ничего страшного. Это очищение, иншаллах. То есть он выразил это пожелание, которое, по сути, является мольбой. На что этот бедуин сказал «тухур» – очищение, то есть негодование. Да нет же, это жар, который бушует. Бушует. То есть он его так описал, этот бедуин, над старцем и ведет его в могилы. То есть он был недоволен. То есть ему было тяжко, и он не проявил терпения. И сказал эти слова с негодованием. Тональность такая именно. На что пророк сказал, пусть так и будет. Этим словам, да, вслед этим словам. То есть сам пророк пришел его навестить. Кстати говоря, ученые на основании этого говорят, что этот хадис указывает на то, что человеку знающему, ученому можно навестить джагиля, да, невежественного человека, наставлять его и так далее. Один из как бы выводов, вытекающих из этого. И Зайд ибн Аслам говорит о том, что так и случилось, что этот бедуин впоследствии умер вследствие этой болезни. Этот хадис, этот случай также указывает на то, что больной человек, которого наставляют, которому дают советы, должен принимать эти наставления должным образом. Также этот случай указывает на то, что из сунны является то, чтобы мы к больному обращались с теми словами, которые бы его тусали, да, успокаивали, облегчали ему. То есть оказывали ему моральную, духовную вот такую поддержку. По сути, все слова пророка, салям, они на это указывают. Да? «Лябас тухур, иншаллах», «Ничего страшного», «Очищение, иншаллах» и так далее. То, что человека, то есть, показывает сочувствие, сопереживание, и то, что может его поддержать духовно. Ибн аль-Джаузи сказал в своей книжке «Сабата индаль-Мамат», отдельная, видимо, книжка такая небольшая, тут приводится его цитата. Можно быстро ее зачитать. Многие люди перед смертью попадают в просак, то есть делают неверные вещи. Кто-то из них разрывает одежду, кто-то из них бьет по щекам, кто-то возражает с возгласами и так далее. Я как-то видел некого старца, возраст которого был около 80 лет. И он постоянно делал коллективный намаз. То есть не пропускал намаз, делал всегда их в коллективе. И вот умер у него однажды сын его. И он сказал, не стоит никому обращаться с мольбами к Аллаху. То есть настолько человек вот не смог проявить терпение, да? Ведь у нас не осталось детей. То есть вот насколько было его негодование велико. И я понял, что все его намазы и все его благие дела просто были обычной лишь традицией. То есть были просто поступками, не исходящими из знания и веры. «Ля яншава анма арифатин ва иман». То есть просто внешние дела и поступки. На самом деле у него не было ни знания, ни веры. И это те люди, которые «Ябудуна ла аля харф». То есть, вот так, на краю пропасти, да, поклоняются Аллаху. Это отдельное описание людей, в Коране проходит, об этом аят есть. Да упасет нас Аллах от этого. Да, ведь именно поэтому Аллах испытывает нас, чтобы проверить, кто как поступит. То есть, как иначе человек проявит свою веру? Только вот так в испытании на самом деле проявляется его вера.
Человек 80 лет уже при смерти, можно сказать, да, сколько человек в среднем живет? 60. Постоянно делал хорошие, добрые деяния, и тут он просто лишился сына, да, и не смог перенести этого. И даже сказал, и пусть никто не обращается к Аллаху. А ведь мы знаем, что деяние оценивается биль-хаватим. То есть по конечному, по концу, по финишу. Поэтому надо быть очень бдительным. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещал людям, в случае, если их настигает какая-то беда, тяжелая болезнь, он им запрещал желать смерти. А ведь такое на самом деле может быть. Человек может быть болен тяжелой болезнью, не дай Аллах, раком, там, да, ему говорят, все, вам осталось там жить 3 месяца. То есть, и вы проживете там в страшных муках и так далее. Запрещено просить себе смерти. Смотрите, это важный момент. Энас ибн Малик сказал, пророк сказал, салям, пусть никто из вас ни в коем случае не желает смерти от вреда, который его постиг. Если же это неизбежно, ну вот прям, если человек в таком тяжелом состоянии находится и что вот хочет, да, покинуть этот мир, то пусть скажет, о Аллах, даруй мне жизнь до тех пор, пока эта жизнь приносит мне благо. И умертви меня, если в смерти будет для меня благо. Важная грань. Эта грань, как ее понять, как ее отследить, да? Грань заключается в том, что если человек... То есть по-разному же, да, мы проявляем себя в тяжелую минуту, особенно когда боль, да. Мы сейчас говорим про критические ситуации, когда человеку крайне больно и он не может терпеть. По-разному же человек может проявить. Если человек в этот момент, он чувствует, что это повлияет на его иман, а это может повлиять, да? Поэтому Ибн Джаузи недаром эту историю привел про этого старца. Человек в момент испытания неизвестно, как может себя повести. Если человек чувствует, да, что может быть испытан в его религии, мафтунун фидинихи, тогда попросить о смерти можно. Это как исключение. Если же этого нет, то в жизни будет ему только благо. И на это отдельно указывают другие хадисы. Интересный случай с Абу Хурайрой в этом контексте приводится. Абу Салям ибн Абдур-Рахман сказал, я навестил Абу Хурайра. Тот, видимо, был болен. И прижал его к груди, затем сказал, о Аллах, исцели Абу Хурайру. На что Абу Хурайра возразил и сказал, если ты можешь, о Абу Саляма, умереть, то умри. Я сказал, о Абу Хурайра, мы любим ведь жизнь. Тогда Абу Хурайра сказал, клянусь тем, в чьей длани душа Абу Хурайры. Придет время смерти ученым. Ля'тиянна аля'л-улема заманун аль-мауту ахаббу иля ахадихим мина захабил ахмар. Застанут знающих людей такое время, когда для них смерть будет более любима, нежели красное золото. Валятиенна ахадакум кабра ахихи файкуль лейтани макана. И наступит такое время, когда кто-то из вас подойдет к могиле своего собрата и скажет, о, если бы я был на его месте.
Но тут Абу Хурейра косвенно намекает на то, что боится фитны. То есть контекст на это указывает. И эти слова указывают, ну они все контекстно, да, стилистически указывают на те пророчества, о которых Саллассалям говорил, о том, что будут испытания, и будет смуты и так далее. И Абу Хурейра, видимо, этого опасался, поэтому он так и говорил. То есть эти все, скажем, случаи, они вот подчеркивают вот ту грань, о которой мы говорим. Если человек боится, что он будет испытан в его религии, самое тяжкое испытание для человека – это испытание в религии. Ни болезнь, ни что-то такое, ни пожар. Самое страшное испытание – это испытание в религии. Поскольку цель существования нашей в этой жизни – это не материя, а следующая жизнь. Именно та жизнь – это и есть аль-хайва, настоящая жизнь. Только в этом случае. И на эту же грань, о которой мы говорим, указывают слова Ибн Аббаса Марфуан, то есть, по сути, слова пророка, салсалям, как часть мольбы, да, мы здесь не будем приводить ее полностью. «Уайда аратта би айбадика фитнатен факбидни илайка гайра мафтун». «О Аллах, если ты пожелаешь своим рабам фитны, то есть пожелаешь их испытать, то забери мою душу, не оказавшись в этой фитне. Факбидни илайка гайра мафтун». Это Тирмизи приводит, и он достоверный, этот хадис. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он объяснял, что долголетие для мусульманина в любом случае, даже если он болен, есть для него благо. Для верующего человека долголетие. Это есть основа. Долго прожить, сделать больше благих дел, удостоиться больше награды, это лучше. Абу Бакра передает, что некий мужчина пришел и сказал: «О посланник Аллаха, кто из людей лучше?» На что он сказал: «Тот, кто дольше проживет, и его деяния будут благими». И тогда он спросил: «А кто из людей худший?» И он сказал: «Тот, кто дольше проживет, но деяния его будут дурные». И Абу Хурейра сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Пусть никто из вас не желает ни в коем случае смерти. Если он мухсин, тот, кто делает добрые дела, то, быть может, его добрые дела приумножатся. Если же он тот, кто делает дурные дела, то, быть может, он будет искать довольство Аллаха». То есть, может он исправиться. И в другой версии, версии Муслима, этот же смысл: «Пусть никто из вас не желает ни в коем случае смерти и не молит о ней до того, как она настигнет его», то есть не молит о смерти. «Ведь поистине, если умрет кто-то из вас, то все его деяния прекращаются». «Ва инна гуля язидуль му'мина умуруху иля хайран». И ведь поистине верующего жизнь прибавляет лишь благо, но имеется в виду истинно верующего. Бывало так, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже интересный момент, он воспрещал людям видеть тело покойника. То есть, если знал, что человек не может, сможет это не перенести нормально. То есть, это интересный случай с Софией. Некая женщина стремительно шла, то есть стремительным шагом. И вот она вот-вот должна была подойти до тела покойников. И пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было неприятно, что она увидит их, то есть тела покойников. И сказал: «Это женщина, женщина», ну, имеется в виду, остановите ее. И Зубейр сказал: «Я вышел к ней, настиг ее до того, как она подошла к телам покойников. Она стукнула меня по груди, она была крепкой женщиной,
и сказала: «Илейка ля ардаляк, оставь меня». И тогда я сказал: «Поистине посланник Аллаха настоял на этом». То есть посланник Аллаха мне четко дал указание тебя не допустить к телам покойников. И тогда она остановилась, то есть успокоилась, потому что она была настроена идти дальше. И вытащила два куска одежды, материи, ткани, и сказала: «Эти два куска одеяния я принесла их моему брату Хамзе. Меня настигла новость, мне сообщили о том, что он убит. То есть пусть эти два куска одежды будут для него саваном». И он говорит: «И мы пришли с этими двумя кусками одежды, чтобы обернуть Хамзу, завернуть в них тело Хамзы. А рядом с ним нашли некого другого мужчину из числа ансаров, также убитого. И он над его телом также надругались». Мы знаем, да, тело Хамзы. Над ним надругалось. И мы постеснялись окутать тело Хамзы в две ткани, тогда как для ансарца этого не было вообще, то есть савана не было. И он говорит: мы решили в один кусок завернуть тело Хамзы, в другой кусок завернуть тело ансаровца. Вот. И когда завернули, то обнаружили, что один кусок больше, другой меньше. В общем, они подобрали по росту, так и сделали. И Анас ибн Малик передает: однажды посланник Аллаха в день битвы подошел к Хамзе, встал над ним и увидел, что его тело изуродовали, и сказал: «Если бы лауля антаджида Софияту фи нафсиха, если бы это Софии не было неприятным, то я бы оставил это тело». То есть оно было очень-очень изуродовано. «То я бы оставил его вот так, дабы съели его хищники, чтобы в день воскрешения он воскрес из их животов», то есть из животов этих животных, имеется в виду. Теперь ученые как поясняют этот момент? То есть поясняют этот момент, то есть два объяснения есть. То есть шахид, он так или иначе гарантированно попадает в рай. И пророк Салсал имел в виду, чтобы он удостоился еще больше награды. Над шахидом мы сказали: ни джаназа не совершается, ни тело не омывается. Либо же он имел в виду, хотел пояснить этим, что шахид, то есть так или иначе, он не наказывается в барзахе. То есть ну, и то объяснение, оно уместно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выражал сочувствие «юхаффифу анхум алямуль мусиба». То есть пытался как можно смягчить, да, вот эту тяжесть испытания, боль испытания. Насколько это возможно? То есть всячески поддержать тех, кто испытан. То есть и тут подробная история с семейством Джафара. Асма бинт Умайс говорит, когда был убит Джафар и другие сподвижники, я пришла к посланнику Аллаха. То есть, а до этого 40 шкур выдубило, как правильно сказать. То есть они этим занимались. Шкуры делали кожей, да, и замесила тесто, и помыла своих детей, умастила их, почистила их. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: приведите мне сыновей Джафара. То есть она на этот момент, видимо, не знает этой новости.
то есть о том, что произошло. Из контекста это понимается. То есть, хотя в самом сообщении уже, когда она передавала это сообщение, она уже, ну, понятное дело, это все передает, рассказывает о том, что уже случилось. И вот привели их, и он понюхал их. По сути, племянников своих, да? Понюхал их. Фитра, я тоже люблю нюхать детей. И он заплакал. То есть пророк Салсам заплакал. То есть он должен был сообщить им эту новость, да, что их отец умер. И Асма бин Томаис, то есть их мать получается, да, сказала: «О посланник Аллаха, да лишится тебя биаби антела умми. Пусть моя мать и отец будут выкупом за тебя. Почему ты плачешь? Тебе поступила новость о том, что случилось с Джафаром и с подвижниками, то есть его друзьями, товарищами». И он сказал: «Да, их настигла беда, то есть они убиты были сегодня». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел к их семейству и сказал, к людям вышел и сказал: «Не проявляйте беспечности в отношении семейства Джафара, дабы они там занимались подготовкой еды. Ведь поистине их застигла «кад шугилю би амри сахиби». Ведь они сейчас заняты тем, что постигло их главу семьи». То есть имеется в виду, позаботьтесь о них. Да? Это, кстати, очень интересный момент. Это особенно в Средней Азии, даже у крымских татар и так далее. То есть что принято, если умер кто-то, да? То есть готовить там и тому подобное. Это на уровне вот общественного мнения. То есть это уже традиция считается. Надо вот обязательно там готовить, пригласить людей, накормить их, напоить, провести дуа там и тому подобные вещи. Оно само по себе как бы не есть нечто там запрещенное категорически. Да, можно там приготовить и в качестве садака накормить людей от имени покойника. Да, и это нормально. Но мы сейчас говорим то, что по умолчанию, да? Что есть норм по умолчанию. Вот на сунну смотрим. Если смотреть именно вот на уровне общества. Норм, то есть по умолчанию, что должно быть? Если кого-то постигла беда, то рядом люди, другие люди должны позаботиться об этом доме. Наоборот, приготовить еду для них, поскольку беда настигла их. А не ждать от них, как это де-факто происходит, да, в мусульманских народах, что они должны там приготовить, там, я не знаю, казан плова, всех пригласить, накормить и тому подобное. А вот так вот оно по сути. По сути оно так. А в сунне вот, вот оно как должно быть. И Абдуллах бин Джафар говорит, когда пришла новость о смерти отца, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Приготовьте для семейства Джафара еду, ведь поистине их настигло то, что их заняло». Ну, имеется в виду, что они находятся в таком состоянии, состоянии скорби, и им не до этого. Человек в состоянии скорби, ему не до этого. И Тыби говорит, и это указывает на то, что «юстахаббу лиль акариби валь джиран», «мустахаб», желательно родственникам, соседям готовить еду для семьи покойника. Вот прямой вывод такой.